Как рассказали депутаты, у градоначальницы было ровно 3 месяца, чтобы поработать над ошибками и исправить недочеты в работе администрации. Время вышло, однако изменений к лучшему депутаты не заметили. Список упреков, прозвучавших в адрес главы, был внушительным. Я могу коснуться тоже Соломенского моста. В информации прописано, что конкурс проведен и контракт на проведение проектировочных работ будет заключен в самое ближайшее время. То есть вот есть такие формулировки. В ближайшее время он будет, когда это ближайшее время наступит, наверное, знает один Аллах. В итоге депутаты подавляющим большинством голосов признали работу над ошибками Галины Ширшиной неудовлетворительной.